Всем привет, с вами я, Яр. Сегодня будет необычное видео про свою деревню. Это город Кёрнвилл, Калифорния. И сегодня у нас шоу старых машин. И прогуляемся вместе, посмотрим, что в этот раз. Я уже был на несколько раз в разных городах на таких шоу. Вот, пожалуйста. Вот такой тусняк. Это классика. Настоящая Америка. Это небольшие города. Вот, посмотрите нашу деревню. Посмотрите на эту красотку. Посмотрите на эту красотку. Ну тут я вас сразу предупрежу, это действительно контент. Ну поставьте старику лайки. Думаю, заслужил. Потому что здесь что ни кадр, это шедевр. Не каждый раз такой можно увидеть. Ну. Вау. Ну, идем дальше. Ну, естественно, такая, как ярмарка. Все здесь продается, всякие безделушки, вон скворечники. Вот, и впереди нас ждет большая аллея машин. Ну что, шоу продолжается. Пожалуйста. Я уж не буду останавливаться, пройду сразу. Ну, он продает корветик. Вон какие красотки. Да? Так же здесь люди продают. Так же вывески, пожалуйста. Вон цена, сейчас я вам покажу. Поглядите на эти прелесть. О май. Тут только одни движки показывать. Ну, мужики поймут, конечно. Это видео для мужчин. Больше, чем для женщин, ну. А это как вам? Вы поглядите. Федерал. А? Цена, пожалуйста, кому интересно. $25 000. Обо, договориться, значит, можно. Да. Как вам ягуарчик? Вы поглядите на эту красавцу. А? Вы поглядите на это, Ягуар. Слушайте, ну я как вам говорил, здесь невозможно. Здесь одна лучше другой. Одна лучше другой. Это просто крутяк. Это просто круто. Мужики, вам, вам. Поближе кадр. Двигатели. Хайдой. Февролетик. Пожалуйста. Вы видите эту прелесть? Very good. Я даже голову не поднимаю. Верьте, я с вами иду и смотрю. Я иду с вами, смотрю. Фордик. Ёкарный бабай. Ну, я даже не знаю, что это за Форд. Самодельный, может быть, нет. Пишите на такие в комментариях. Они мне нужны, поддержите, пишите. Вау. Вот, а это что? А эту машину я здесь видел, это наша местная, честно говорю. Это машина здесь Лока. О май. Пожалуйста. 31-го года, 4-дверный. Вау. Вот это прикол. Так, с этой стороны я что? Здесь тоже такие. О, прям как наша это. Волга 21-я.
Да? Скажите, как похоже. И фонари сзади у Волги такие же были. Ну, Шеви. Похоже на 21-ю Волгу, честно. Вот он. А то Волга, Волга. Вот Волга с чего слезали. О, все блестит, боже мой, все хромированное. Вы посмотрите на эту шею. Вау. Все хромированное. Вау. Куха. Yeah, it's so shiny. Yeah, it's so nice. Me too. Yes. Так, что мы здесь? Это мы еще. Слушайте, ну глаза разбегают. Вау, еще впереди сколько. Шевик. Еще одна за другой. Это я даже не знаю. Где-то есть лейблы, где-то нет. Ну, продается тоже. Желтенькая. Я даже не знаю, что это за машина. Олос. Мобайл какой. Ну, милитари, пожалуйста. US Army. Какой-то ветеран, наверное, приехал. Ой, боже мой, здесь корветик такой. Один из старых моделей. Даже комментировать это. Не хочу отвлекать, чтобы вы смотрели. И Форд тоже. Смотрите, как это. Ну, просто красота. На эту красоту посмотрите. Я имею в виду не... Но, Юбер... Я не имел в виду девушку, честно говорю. Я вот это имел в виду. Вы слышите, здесь дискотека играет. Спали. Вы где? Не спали. Вот так вот, развлекуха. Американцы. Собралось больше 300 машин, по-моему, я там видел в анонсе у нас место. Ну, Шеви, это... Камары, по-моему, да, если я не знаю, да. Такая камарочка, это же. Представлять не надо, знаете. О, 67-го года. Чуть младше меня. Эль Камино. Эль Камино. Вау, смотрите, какой кабриолетик. Ах, какой кабриолет. Все блестит, я еще снимаю, не знаю, солнце мне бьет. Честно, я не знаю, как получится. Ну, извиняйте. Я стараюсь глядеть на все это дело. Ой, смотрите, какой корветик. Симпатюлечка. Мужики, движок, сори, забыл. Вот такой корветик. Ну, просто крутяк, скажите. Смотрите, какой салон. Автомат, все дела. Вау, ну, крутая тачка. Боже мой, глаза разбегаются. Вот так вот, это моя деревня. Ну, я в соседнем городке живу. Ну, вот так у нас иногда выходные происходят, и все лето народ тусуется. Со всех краев сюда приехали, с других вообще штатов. А вот, смотрите, что я нашел. Поглядите. Nice app, bro. Oh, thank you.
говорят комплименты на мою майку. Сумасшедшая майка, уже у меня прохода нет. Купил смешную маечку с этим телом. И все прикалывается. Уже ребят сколько комплиментов сказали. Не успел зайти сюда. Крутяк, скажите. Ну просто крутая. У него это старые бутылки Кока-Колы стоят. Испания. Прикольно. Дальше идем. Ну, в принципе, еще чуть-чуть до конца. Это тоже что-то напоминает Волгу нашу, скажите, тоже. Тоже Шевер, что ли, не знаю. Тоже похоже. Ну, ну, на самом деле, 21-я Волга почти. Так. О, сейчас тенечек здесь лучше кадр. Hi there. I love this. Yeah, me too. I can't stop. Any car amazing. Yeah. Люди в шоке все. И эту любят, и то любят. Вон, собака тут. Дедулечки такие хорошие. Ну. О, фотка. Вот опять корветик. Корветик. Вау. Ой, солнце бьет. Ну что, в принципе, ребята, вот такая вот и аллейка заканчивается. Заканчивается такая вот парадная аллея. Байкеры уже разъехали, что-то я хотел байкеры снять. Я специально снимаю нон-стоп, без монтажа видео. Вот как есть, так и снимаю. Посмотрим, что получится, загрузится или нет. Я никогда так долго не снимал. Мне просто интересно, возможно загрузить так или нет. Смотрите на этот фордяк. Вы поглядите на этот фордяк. Ну просто красотулька. Я говорю, невозможно, каждая машина индивидуально. Ну просто, каждая тачка индивидуально. А какой народ контрастный, посмотрите, разные. Просто и рокеры, и байкеры. Вот они. Прям это. Вот вам, ребят, классика такая настоящая. Одноэтажная Америка, такая вестернская здесь атмосфера. Я прожил много лет в больших городах. 10 лет только в Сан-Франциско, поэтому поверьте, и совсем другое. Мне большие города больше не прикалывают абсолютно. О, краешком сниму так, еще как люди отдыхают, видите? Здесь наша родная река Кёрн-Ривер. Вот, давайте-ка поворотим солнце с ним. Так вот, может, лучше кадр будет сзади. Ну вот. Калифорнийский кайф. Все с калифорнийскими номерами. А, нет, обманул, Миссури. Вы поглядите на этот каплик. Ну, в принципе, вот, ребят, такой видос, салончик. Ну, слушайте, ну, все оригинальное все даже вот, до сих пор, я думаю. Вот так, уикенд в этот раз.
проходит Кёрнвилл. Ну, хозяин прошел, прошел. Я думаю, у мальчиков таких машин нет. Конечно, владельцы все взрослые, состоявшиеся уже мужчины, которые вот приобретают себе такие вот игрушки. Ну, скажите, разве это не игрушка? Просто настоящая игрушка. Просто. Ничего не надо, просто покататься на ней. Вау. Вау. Окей. Идемте, покажу вам на финал наш парк. Я иногда сюда прихожу. Здесь у нас свой есть джим. Река сейчас спала. А у нас погода поднялась. Пару дней прохладно было. Буквально с вчерашнего, сегодняшнего дня у нас 3.